Служба государственной безопасности и другие правоохранительные органы сожгли и уничтожили наркотики, изъятые в ходе борьбы с наркоторговлей. В пресс-конференции приняли участие директор Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при кабинете министров Алим Нарзулаев, а также представители международных организаций по борьбе с наркотиками. Отмечено, что незаконный оборот наркотиков по-прежнему является актуальной и глобальной проблемой, поэтому все страны должны объединить усилия для борьбы с этим веществом. А Центральная Азия, особенно Афганистан, должны проявить бдительность в борьбе с незаконным оборотом наркотиков из Афганистана. В общей сложности в специальной печи было сожжено 1 тонна 933 килограмма 695 граммов наркотических средств, изъятых СГБ и другими правоохранительными органами в 2021 году, в том числе 133 килограмма 713,5 грамма героина, 159 килограмм 478 граммов опиума, свыше 1 тонны гашиша, 300 килограмм 786 грамма марихуаны, 79 килограмм 842,5 грамма кукнар, 247 килограмм 150 0,4 грамма каннабиса, различные психотропные и психоактивные вещества в виде таблеток и растворов. В текущем году СГБ было выявлено 992 случая преступлений, связанных с наркотиками, в ходе которых было изъято 823,5 килограмма наркотических веществ. Кроме того, в 2021 году СГБ было изъято 10 килограмм 255 грамм синтетических наркотических средств. Кроме того, пограничными войсками было выявлено 170 случаев незаконного оборота наркотиков, в ходе которых было изъято 199 килограмм 400 грамм наркотиков. Также изъято 123 единицы психотропных препаратов. Известно, что на таможенной территории выявляются преступления, связанные с наркотиками. По словам представителя ГТК, таможенникам изъято более 530 килограммов уничтоженных наркотиков. Если мы посмотрим на обстоятельства, то в этом году были попытки транспортировать очень крупные наркотические средства различными способами, например, в виде картофеля или в виде потайных отделений в грузовиках. По данным Национального информационно-аналитического центра по контролю за оборотом наркотиков, в результате работы правоохранительных органов в 2021 году выявлено 7142 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Если обратить внимание на цифры, то в 2021 году было выявлено в общей сложности 7142 наркотика. Этот показатель увеличился на 18,4% по сравнению с 2020 годом. Поэтому мы работаем с молодежью, особенно с учебными заведениями, в сотрудничестве с правоохранительными органами. Отмечается, что в прошлом году было уничтожено около 1 тонны 864 килограмм наркотических средств.